силы. Находка, да. Вот. Ботан, наверное. Ботан, да, его все люляли, короче, в школе там люляли, его все люляли, люляли, короче. Вот он такой зажатый ходит такой. Смотри. Вот такой. Вот такой. Ты впустишь меня? Я знаю, это ты. Просто нахер иди, просто нахер иди, так дверь закрыл. Кстати, глаз, смотри, за мной наблюдает. Смотри. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и у нас рубрика «Бесплатные игры». Играем мы сегодня, короче, в игру под названием Saint Kotor The Yellow Mask. А? Как тебе такое, а, Yellow Mask? Вот, короче, это у нас квест, да, хоррор-квест, короче, в жанре point and click, короче, типа поиск предметов, вот. Но отзывы вроде как хорошие, ну, стимовские отзывы, да-да-да, вы знаете, что такое стимовские отзывы, но, в принципе, все равно. Посмотрим, что это такое. Короче, фишка, типа, это что-то про рай, ад, дьявола, бога, там, религия всякая, там, Библии, вот эта вот всякая фигня, короче, вот, что-то, короче, в таком жанре, там, интриги, расследования всякие, вот, два брата, что ли, тут будем переключаться, как... ну, это я все из отзывов, да, говорю, будем переключаться, короче, между персонажами, это, не знаю, там, два брата, наверное, или кто они там, короче, вот, что-то подобие Гарри Поттера, что ли, какого-то, вот, и не знаю, кто это, вот, короче, это пролог полноценной игры, даже не демо-версия, это пролог, наверное, да, ну, не знаю, даже прологом не назвать, это демо-версия, короче, пролог-демо-версия, вот, как-то так, а игра выйдет сама, короче, полноценная игра выйдет только через год. Так, ладно, давай посмотрим, что это такое, чем это их едят. Я верю в Господа. Господь мой, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мной. Тут, короче, один, он какой-то типа священник, что ли, я так понял из отзывов, или кто. Что это за место? Я ничего о нем не помню. Вина лежит на мне тяжким грузом. Я сделал нечто ужасное, но я не помню, что я даже не помню, как и чем жил. Мне нужна помощь, я должен спросить прощения. Так, обучение. Обучение. Используем ли вы кнопку мыши, чтобы осматриваться, взаимодействовать с миром, разговаривать? Да-да-да-да-да-да. Понятно. Как обычно. Так. Окей, мы попали в какое-то место, непонятно, все такое, как жар, да, жар идет, и это, наверное, ад, наверное, какая-то преисподняя, что ли, ад, как ее мать идти. Так, окей, спейс, о, как обычно, стандартно в квестах, спейс работает, подсвечивает, что нам нужно. Так, давай посмотрим лес. Небо, словно собора деревьев, словно безмолвные стены. Чё? Один из вид, их вид вселяет в меня неимоверный страх. Да, мне нужно учиться читать. Так, ладно, церковь. Есть в этой церкви что-то знакомое? Мне кажется, я уже много раз бывал тут в прошлом, но я совершенно не могу ничего об этом вспомнить. Короче, понятно. Мы очутились, короче, мы ни черта не помним. Так, дверь. В дверь, ладно, пока не пойдем. Давай осмотрим пока все, что здесь можно осмотреть. Трудно разглядеть, но алтарь не похож на обычный алтарь. Он украшен странными палками и, кажется, задрапирован непонятной желтой тканью. Какой-то алтарь там внутри. Окей, на. Так, три окна, я не знаю, то же самое будет говорить, да? В каждом алтаре... Да, в каждом алтаре все то же самое, короче, церковь, понятно. О, Пресвятое Сердце. Вот глянь. Символ вечной любви Христа к человечеству.
Церковь Христа Спасителя у нас получается. Так, ладно, могилы. Находка. Так странно смотреть на эти могилы, что они значат. Но при жизни на плитах нет ни имени, ни дат, только кресты. Почему? Этот чувак, наверное, при жизни был, короче, такой, знаешь, его вот, ботан, наверное. Ботан, да, его все люляли, короче, в школе, там, люляли, его все люляли, люляли, короче. И вот он такой зажатый ходит, такой, смотри, вот такой, вот такой. Так, ладно, о, пешочком можно пройтись туда. Окей, а посмотрим, что у нас в церкви. Так, в церковь мы можем войти, да, наверное? А, не могу. Давай, давай. Здесь сдвинуть, кто-то держит ее изнутри. А, позвольте мне войти, мне всего лишь нужна помощь и прощение. Этот голос, я его узнал. Кто-то зашептал какую-то, что-то молитву, что ли, там зашептал. Короче, дверь нам не открыть, и... Кто-то держит там дверь. Этот путь не принимает меня. Мысли не принимает. А там смотри, там как будто, да, это либо скала, либо это лава, что это такое. Короче, не... лес. Да, смотрели уже лес. В смысле, не войти? Есть у меня какой-то инвентарь там или что-то? Это домой, короче. Инвентарей никаких нет. Так, ладно, давай. А, могилы мы смотрели. Ну, попробуй еще раз. Не сдвинуть. Ну, поднатужься. Отец, ты впустишь меня? Я знаю, это ты. Я стою на пороге святой обители. Прошу, умоляю. Ты обратил свой взор от Господа к мирской суете. Я знаю, я чувствую, что сделал что-то ужасное, но всем так смутно. Я совершенно не помню, что я сделал. Молю, смилуйся же надо мной, пусти. Мне нужна его помощь и все прощения. Просто нахер иди, так дверь закрыл. В магических плитах что-то появилось, короче. Так, там что-то, короче, смотри. Что-то вычеркнули. Петра Дахнане, 1943-1997. Прости меня, мать моя. Я почти не помню тебя. А, могила матери? Нифига себе. Это, наверное, могила отца. Либо его могила. Тут написано Йозеф Дохнане, 1935-1990. Последней цифры в году смерти нет. Я не помню, что с тобой произошло. Но, отец, ты можешь? Разум твой поддался искушениям твоей заблудшей души. Позор, нечестивая ты тварь. Ух ты, тут даже, да, смотри даже. Так, мой разум застрял во тьме, но душа моя до сих пор чиста, дозволь мне поговорить с ним. Но я не помню, что прошло в прошлом. Мой разум затерялся, понятно. Нет у тебя больше души, сын мой. Загляни внутрь себя. Что ты видишь? What do you see? Вину и печаль. А не отрекся бы ты от веры, не было бы и твоего греха. Я никогда не отрекался от истинной веры. Что есть истинная вера? Я знаю, что ты учил, но я не могу вспомнить. Но я не помню, что творил в прошлом. Ты уже переломил свою судьбу, еще когда отрекся от Господа давным-давно. Не видать тебе его благодати. Я никогда не отрекался от Господа. Дай мне войти, дай мне вспомнить, что... Довольно! Эта дверь не откроется перед тобой, сколько ни говори. Как же низко ты пал, Бенедек. Греховная душа, как бездонная яма, в которой таится ложная вера.
Ты изгнан из его обители навечно. Но Господь прощает даже тех, кто погряз во тьме. Прими свою ношу. Что-то вылезло из могилы. Ну, я так и не понял, короче, это сами кто, Господь или Отец? Блин, по голосу, как будто, знаешь, какой-то, не знаю, дьявол. Мы вообще находимся в каком-то, не знаю, преисподне. А он, типа, это говорит, там, Отец, там, типа, т.д. и т.п. Пока не въезжаю. Я взял твою Библию, Отец. Теперь это ноша моя. Ступай на ту сторону долины, к средоточию мук и страданий. Вечно скитаться здесь? Это и есть моя кара? Тебя же постигла кара, ты проклят за все свои грехи. Кем проклят? Господом? Дело совершенных не воротить назад. Но прощение можно получить. Если ты и вправду жаждешь покаяться и отступить все грехи свои пред ним, найди и спаси последнюю душу в семье своей. Не понимаю, я последний из своего рода. Все мои родные мертвы. Ты заблуждаешься. А теперь ступай и делай дело, пока не стало слишком поздно. Постой, умоляю. Ём-то, сколько тут разговаривать-то? А, в чем же я согрешил? Давай расскажи. Отец? Отец! Ответь мне! Вверяю свою судьбу в руки твои, как я делал всегда. Не знаю, кого я ищу, но мне нужно поскорее найти эту заблудшую душу, пока еще не слишком поздно. Пока для нас не все кончено. Так, карман. Появился карман, Библия, ноша моя, душа моя. Библия плюс церковь, короче, Библия плюс могила отца. А это его отец говорил ему. Это он со своим отцом разговаривал, получается. Так, что ли? Наверное, так я предполагаю. Так, ну что, меня там не впустят, да? Заперто. Окей. Получается, чё? Получается, мы типа будем в преисподней ходить, короче, наверное, круги ада проходить или что это? О! Тишкина кошка. Путь к искуплению. Или в ад. Угу. Что это за место? Не вижу ни души, неужели я опоздал? Класса урона, короче, тут. За нами наблюдает и куча мертвецов. Ну, кстати, в принципе, да, такая, ну, не это... Неприятная картина, да? Останки, куча мертвецов, останки, мертвец, 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 останки, глаз. И глаз. Окей, давай посмотрим останки. Гнилая плоть, испекшаяся кровь. Даже трогать эту пагубу не собираюсь. А эти останки? Гнилая плоть, испекшаяся... Да иди ты. Так, куча мертвецов, окей. Вот из этого странного алтаря исходит просто невыносимое. Все эти люди обожжены до неузнаваемости, даже не разобрать, кем они были. А, ну постой, на всех этих телах одни и те же отметины. Давайте посмотреть отметины. Я словно их уже где-то видел. Я узнал их, это печати обета, метки дьявола. Эти люди присягнули к верности самому воплощению зла. Бедные бездумные твари. На шее у этого мертвеца что-то висит. Похоже на ожерелье. А, так возьми.
Так возьми ожерелье. В смысле? А, во. Это четки все еще целые. На кресте вырезаны инициалы. Бада. Би-ди. Би-эн-ди. Не могу вспомнить, что они означают, но есть в это что-то знакомое. Опс. Опс. Ты кто? Неизвестное существо. Ты кто, Крендель? Ладно, Крендель пока пускай здесь. Мы еще с глазом не поговорили и вот здесь не посмотрели, что это такое. Так, давай посмотрим мертвеца. Может, еще какие-нибудь ожерелья есть? Все его конечности целы, но глаз, рта и ушей нет. Чего? А, глаз, короче, ушей и рта нет. Остальное все целое. Ужас. Руки покрыты ожогами, неестественно вывернуты, словно конечности насекомого. Ну да, если так присмотреться, он похож на какого-то кузнечика, что ли. Этот мертвец пытается обрести спасение, но тщетно. Тщетно. Кстати, глаз, смотри, за мной наблюдает. Смотри. Так, давай с ним поговорим. Господь, поговори со мной, дай мне знак. Где мне найти последнюю душу в моей семье? Тишина и безмолвие. Тишина и безмолвие. Безмолвие. Слушает, досмотрит, да? Слушает, досмотрит. Слушает, доест, как говорится, да? Так, ладно, пойдем к существу, к этому. Крендель, ты кто? Кто ты? Чего тебе нужно? Именем Господа заклинаю тебя, ответь или изыди. Виктория! Покажись. Виктория! Виктория? Ну-ка, третий раз повтори. Виктория! У нее четкие, мои четкие, это мои инициалы. Что-то знакомое, говорит. Да, моя сестра, последняя душа в моей семье, и вот она, мертва и безжизненна. Мертва и безжизненна. Как-то так надо было, да? Так, ты убил мою сестру, демон. Господь, жалься надо мной, спаси меня. Да. Ты убил мою сестру, демон. Да утопит тебя Господь в пламенном озере, и будешь гореть ты вечно в криках и стеснениях боли и отчаяния. Объят пламенем за все грехи свои. Твой род проклят. Ну что там, в глаза заглядывает, что ли? Пламя. Пламя, крики, запах горелой плоти. Теперь я все вспомнил. Я казнил их всех за ересь. Сжег заживо во имя Господа. Да ладно, он всех захерачивал, что ли? Ни хрена себе. Я убил их. Я убил Викторию, последнюю в моей семье. А что я делал до и после? Не могу вспомнить. Словно воспоминания чужие, не мои. Чувак, меньше бухать надо, короче, чтобы помнить. Спаси души моей сестры, покарай меня. Возьми меня, не трогай ее, возьми меня. Грешен, грешен, грешен. Я заслуживаю только вечных мук и страданий. Бенедик. Без нее, все грехи ведут в ад. Знаешь, так, такое ощущение, как будто вот здесь... Виктория! Такое ощущение, как будто, знаешь, здесь такое, как дешевое кино наигранное, знаешь? А, ну конечно, конечно, это был сон. Это был сон, тупо сон, короче, конечно. Как я не догадался-то сразу? Ну то ад, там ад и всякая такая хрень. Мои глаза, я ничего не вижу.
Я ничего не вижу. Очки одень. Ступень. А, с глазами у меня все в порядке, я просто ничего не вижу без очков. Бинго. Что за сон? Церковь из моего родного города, могила родителей, распятые мертвецы и Господь в виде огромного ока. Что за кошмар? Худший в моей жизни. Apple, это был не я. Господи, ты знаешь, это не я. Я прекрасно помню свое прошлое. Я никогда не грешил, передо мной никогда не закрывали дверь в церковь. Я знаю, что такое настоящая вера, и я преклоняюсь лишь перед тобой, Господи. Да один ты уже очки, я уже задолбался смотреть на эту муть. Ведь так я хочу. Все, как мой отец учил. Отец, в день, когда он покинул нас, моя мать потеряла всякое желание жить. Отец дал мне эту Библию за день до того рокового дня, который сломал нашу семью. Достать Библию и помолиться. А я не могу ее найти, в карманах ее нигде нет. Кептон набухался, короче, просрал очки, просрал Библию, короче. Где же она? Где же она? И чё, блин? Ты очки оденешь или нет? Погоди. Тут три вещи. Предмет. Деревянная палка. Нахера тебе деревянная палка? Хотя, может пригодиться. Это мое дело. Так, ну конечно, значит на полу очки. На полу что-то лежит. Три вещи, тут больше ничего. О, очки. Очки. Окей. Я так не могу, без очков ничего не разглядеть. Конечно, давно пора, я тебе уже давно это сказал. Надевай давай быстрей, будем смотреть. Может быть, в кошмаре Виктории я погибла от моих рук, но она причинила мне куда больше зло в мире настоящем. Она затащила меня в этот город, заставила провести ночь в этом доме, похоже на склеп. Это место пыталось сбить меня с пути истинного во сне. Нет, даже не сбить с пути, проклясть меня, проклясть мою самую душу. Кошмары мне сказали, что я проклят. Должно быть, так мой разум пытался предупредить меня о потугах этого коварного дня. Или даже хуже, весь город сразу. Думаю, и то, и другое. Мне все еще грозит опасность. Здесь нельзя оставаться, но я не могу уйти. Я не могу уехать отсюда без моей Библии. Но уезжать в одиночку я тоже не намерен. Она единственная, кто осталась в нашей семье помимо меня. Да в смысле? Это просто сон, чувак. Это просто сон. Если верить каждому сну, не знаю, если бы я верил своему каждому сну, ой, что было-то бы. Ой, что было бы-то. Ой, что было бы. Вообще просто, я не знаю. Это просто тупо сон. Сходи умойся, не знаю, вон раковина, да, вот эта вот чаша. Ну, сходи умойся там. Проспись. Нет, ты только что проснулся. Просрись, не знаю. Так, ладно, давайте осматривать дом. Ни хрена тут всего, сколько тут вообще всякого. Так, картины. Я не понимаю, что изображено на картинах поменьше. Какая-то абстракция. Ну вот, леди. У нее добрые темные глаза, смурное лицо и длинные черные волосы. И такая странная грустная улыбка. Так, погоди, а единственное, я не понимаю, он у себя дома, да? Так, ладно, палка. Она мне не нужна. В смысле не нужна? Если ты так веришь, короче, своему сну, значит, ты был в аду, короче, значит, демоны, там вся фигня. Палка тебе по-любому нужна будет. Отбиваться там и все дела. Ты же не будешь там показывать. Или ты, или он знает, короче, карате. Может он там святой шаолиневский монах, не знаю. Короче, нельзя ему, не нужна ему палка. Это же мое одеяло. Зато одеяло ему нужно. Одеяло это просто вот... Одеяло это жизнь. Только оно и согревало меня с моего детства. Вот одеяло это вот просто непременно. Ну, блин.
Короче, у меня слов даже нет. Вот. Возьми тогда палку, не знаю, возьми палку, одень одеяло, короче, и будешь ты там такой старец. Чисто старец такой. Еще Библию найди и будешь ходить там. Изгонять там всех. Искать свою сестру. Пальто. Это не наше пальто, хотя... Пусто. На нем лишь пара длинных толстых иголок. В чужом пальте там что-то поковырялся. Ох уж этот... Гарри. Это не Кантарус. Да и вода там не святая. Что за богохульство? Эта женщина словно корчится от невыносимых мук на пороге смерти. Один глаз выдолблен, другой закрыт, а лицо местами изуродовано. Блин, я бы, знаешь, это, я бы крупным планом посмотрел бы вот эти вот скульптуры, знаешь, прикольно было бы, да, смотреть. Жалко, это не показывают. Жалко, не показывают. Было бы прикольно посмотреть. Кто так хрен что увидишь? Высокие темные деревья, перепутье и одинокий дом. Снаружи там так же мрачно, как и... Че, внутри, что ли? Окей. Камин. Будто бы смотришь в бездонное небо и сине-черное, холодное, тихое... На нем изображен бледный лысый мужчина с длинной белой, даже немного пожелтевшей. Что-то там. Лысый мужчина. Лысый из Бразерса. Этот бюст с открытым под вуалью лицом смотрит на него просто невыносимо. Смотреть на него просто невыносимо. Деревья и кусты стоят бесконечной стеной под темным сводом плотных облаков. Что-то у меня сегодня с языком вообще не то. Так, ладно, символ какой-то там. Он бегает? Символ еле различим. Похож на странный крест с тремя треугольниками. Крест с тремя треугольниками, да, это вот... Так, треугольник, и снизу треугольник. Я помню, такую штуку рисовал как-то на этих, на уроках сидел в тетради. А бегает ты-то вообще, смотри. Просто пингвин. Ходит, бегает. Так, швейная машинка, окей. У моей матери была такая же. До сих пор помню, как она должна звучать. Одно из воспоминаний моего светлого детства. Ладно, игра серьезная. Что мы тут всякие? Игра серьезная. Надо серьезно относиться. Похоже на миниатюрную человеческого подобного племени. Но вместо чего? Но вместо голов одни черепа. Да ладно. Нифига себе куколки. Вот это уже настораживает, да? Вот это уже настораживает. Просто куколки и вместо голов черепа просто у всех, да? Он тут вообще рогатый, смотри. Пец. Похоже, этот старик столкнулся с ужасом лицом к лицу. Как он разглядел его без глаз? А может, он сначала разглядел его, а потом ему глаза выкололи? Не подумал ли об этом? Нет? Старик с лицом странной формы, глаз нет. Область вокруг рта выглядит особенно подозрительно. Опа! Он отличается на ощупь, словно существует отдельно от маски. Он выдвижной, за него можно потянуть. Я слышал, как-то что-то сдвинулось с места, не стоило трогать. Да не, стоило. Раз что-то он услышал, что-то открылось. Что-то потайное где-то открылось, короче. Где-то надо смотреть либо наверху, либо здесь где-то. А посмотреть что? Ну, шестеренок никаких я не вижу, короче. Может, в камине?
Будто смотришь бездонное, что-то тихое, тихое. Понятно. Ты в чашу, может, что, в чашу упала? Нет? Короче, здесь, ну, где-то что-то. Либо картина. Ну, короче, пока ладно, пока непонятно. Но что-то, что-то открылось, короче. Что-то открылось. Если я нажму второй раз, она, наверное, закроется, да? Надо по звуку. Я больше не буду его трогать. Я не знаю, что он двигает. Надо найти, что он двигает. Может, машинка там что-то? Понятно, ладно. Хрен с ним, идем, короче, наверх. Не, не вижу мою Библию в этой темноте. Остается лишь надеяться. Должно быть, Виктория стащила ее, пока я спал, и спрятала ее где-то наверху. Другого объяснения я не вижу. Хотя... Странно. Совсем на нее не похож. Че встал-то? Иди давай. О, чувак. Кто-то. Кто-то сидит. Кто-то просто. Эй, кто-то. Эй, кто-то, кто тебя зовут? С этим глазами она похожа на жабу. Ну да, есть такое что-то. Что-то есть такое, с этим не поспоришь. Так, окей. Ни хрена тут всего. Короче, нам ходить, просто исследовать, смотреть. Громада этого леса вселяет ужас. В смысле? А, это окно. Нифига себе. Блин, он на кого-то похож. Реально на кого-то похож. Где-то я тебя видел, чувак. Верстак. Любопытно, это все чья-то шутка. А если не шутка, то зачем все это здесь? Верстак. Верстак сразу вспоминает что-то почему-то этот. Как его? Dead Space. Так, верстак, окей, холст. Я надеюсь, мы картину рисовать не будем. Картина не завершена. Похоже, на ней изображены мать с ребенком, стоящей на мелководье. Так, холст. Я говорю, я надеюсь, мы рисовать ничего не будем, короче, как в этом, типа Liars of Fear, да, там еще что-то. Фигурки смотрели еще какие-то. Что-то связано с всякими скульптурами, короче, фигурки. Миниатюры человеческого из... Человеков. Человечков. Человеков. Из белого материала, застывших в странных позах. Окей. Это, наверное, позы с каждой страницы Камасутры. Книги. Что там ковыряется-то? Манускрипт Луки Томини, Кодекс Нива, Голден, Сердце Пагубицы. Никогда не слышал об этих трудах. Я тоже. Ты не один такой, я тоже не слышал. Чё за чёрт? Давай к нему подойдем. Эй, кто-то! Кто-то и кто-то? Кто там? Виктория? Да, Виктория. Николай? 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 Николай, не дворай. Что-то, короче, бурчит-то. Где моя Библия? Он по-любому, там Виктория, наверное, мертвая лежит, да? Я не знаю, а почему бы тебе не спросить ее самому? Где она? Под одеялом. Подойди ближе и разбуди ее. Бля, стопудово она, короче, мертва. Подойди. А ну-ка. Шторы. Дай-ка я шторы-то открою. Оставь. Пожалуй, пожалей мои бедные глаза. Ненавижу тьму. А при чем твои тут глаза? А при чем его глаза? Он по-любому не... О, нет, он не человек. Раз он темноты боится, значит не человек. Ой, наоборот, света боится. Кровать пуста. Где она? Во что ты веришь, Бенедик? Где моя сестра? Мне нужно с ней увидеться. Она забрала мою Библию. Ответь мне сначала. Во что ты веришь, кроме Господа? Я верю, что жизнь нужно проводить в уединении. Тогда и таких вопросов не возникает. А я верю, видишь ли, что без семьи жизнь не имеет смысла. Мы не существуем, если не принадлежим никому, кроме Господа. Семья, Бенедикт. Без семьи жизнь немыслима. А что дело говорит?
Чувак дело, говорит. Ты ясно дал это понять, когда оставил сан священника. Это была жертва, на которую тогда я пошел осознанно. Но сегодня я уже в этом не уверен. Не понимаю. Но... В семье никто не обижает друг друга, так? Обижать родных нельзя. Разве ты не согласен? Это странный тип. Виктория обидела тебя? Что она сделала на этот раз? Это все ты. Ты натравил ее на меня. О чем ты говоришь? В чем ты ее убеждал вчера в поезде? Что? Да я вообще ни с кем не разговаривал, ни с ней, ни с тобой. Значит, не ты обозвал меня наркоманом? Да, это были мои слова, но в чем тут моя вина? Я не настраивал ее против себя, она даже пыталась тебя защитить. Еще как обидела. Это она подсадила меня на морфий много месяцев назад. Она что сделала? То, что ей следовало, помогало своему мужу бороться с болью. Но он еще и наркоман. Теперь твоя очередь отвечать, Бенедикт. Поможешь мне? Реально какой-то мутный тип. Короче, это муж. Муж и его сестры наркоман. Рад познакомиться. Муж и ее сестры, его сестры наркоман. В чем тебе нужна помощь? Я лишь хочу с ней поговорить. Я тоже. Хочу поговорить с собственной женой. И где она теперь? Что происходит? Я не хочу больше здесь оставаться. Думаешь, я тронулся рассудком? Думаешь, выдумал ваши голоса внизу? С кем? Я был там один. Ее внизу не... Ты хоть знаешь, сколько раз я звал вас по имени, пока не услышал наконец твой истошный вопль? Я закричал, когда проснулся от ужасного кошмара. Моя жизнь сейчас кошмар. Не лги мне. Я слышал, как ты с кем-то разговаривал после крика. Я разговаривал с Господом и с самим собой, а затем поднялся сюда в поисках сестры. Да неужели? А вот вы выпотрошили мою сумку, пока я спал. Зачем? Мне вообще ничего из этого не нужно. На, забирай. Нет, забирай. Он говорит о своей сумке. Где же моя, кстати? Я не заметил ее внизу. Просто верни мне мор. Мои таблетки. Я хочу избавиться от боли. Гади, у него, наверное, какие-то мигрени. Да, мигрени. Раз он говорит, типа, ну, свет там, типа, пожалей мои глаза. При мигрениях же там яркий свет, короче, там, ну, это сильно, короче, там, начинает все... Как его, обостряться, короче, вот эти чувства, да, от боли, короче, мигрени. Ему морфий помогает, да, вот эти таблетки морфий. Ну, это я так понял, наверное. Так это работает, наверное, так. Лучше бы взял и таскал свою сумку, вместо того, чтобы обвинять меня по... Да. Правильно, правильно, давай на место его ставь. Я уже прочесал весь этот этаж, и так ничего и не нашел. Кто-то забрал мои таблетки. Может, и ты. Может, и она. Думаешь, я вор? Ну давай, обыщи меня. Обыщи меня полностью. Я верю, что ты можешь быть с кем хочешь, пока ты живешь не по лжи, брат Бенедикт. Ты же не настолько глуп, чтобы носить их с собой. Знаешь что, пора бы и мне задуматься, кто моя семья. Я спущусь вниз, ты останешься здесь. Пустое. Я уже сказал тебе, что ее там нет. Пустое? Ты не беспокойся. Если она там, я просто попрошу ее вернуть мои таблетки, если ты ее не найду. Нет, и найду их сам. В любом случае, позову тебя, когда закончу. Буквы куда побежали? Возможно, они поссорились, и она ушла, пока я спал. Не доверяя ей ему. Так или иначе, мне стоит поискать Библию тут, пока ее нет поблизости. Ты помнишь, о чем я тебя спросил? Ты не видел мою Библию? Не понимаю. Теперь ты просишь меня о помощи? Честно, не уверен, что видел ее. Но лучше бы тебе обшарить тут все.
Мне все говорят, что я плохо подмечаю детали. Может, ты видел, но не заметил. Да ладно, смотри. Теперь мы можем за него переключиться, за этого чувака. Окей, а у нас время, короче, подходит к концу. Блин, длинная демка, пролог, в принципе, длинный, да? Я думаю, наверное, еще на серию у нас хватит, наверное, да? Ну, прохождение. Вот. Так что, наверное, продолжим уже в следующий раз. Давай-ка я сейчас шторы открою, типа, тот свалил. И теперь свет не очень яркий, но уже лучше. Да, вот так хоть посветлее будет. Вот, так, есть где-то сохранение. Да, сохранимся, короче. Вот. В принципе, неплохо. Пока что. Пока вроде интересно. Вот. Так что поиграем, посмотрим. Ну, по демке, по прологу чисто судить. Ну, судить это не судить. Вот. Че несу вообще просто. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.